минутка знаний от доктора Березовской. Можно ли беременной женщине есть морепродукты и рыбу? Существует два самых больших таких страха. Первый, что современная морская пища и рыба отравлены меркурием, поэтому женский организм может отравить себя и повредить ребенка. И второй страх, что можно заразиться токсоплазмозом, особенно поедая сырую или полусырую рыбу и морские продукты. На самом деле, если бы действительно было так все плохо, то самые высокие уровни отравлений и заболеваний токсоплазмозом были вдоль побережья океанов и морей, где живут миллионы людей. Но этого не наблюдается. Поэтому, в принципе, ни морские продукты, ни рыба не противопоказаны беременной женщине. Конечно, желательно кушать проваренные, прожаренные, то есть термически обработанные морепродукты, потому что они могут содержать кишечные бактерии и вести к отравлению. Приятного аппетита!